И снова здравствуйте, мои хорошие. Я продолжаю делать свой мини-альбом. Я сделала уже три вкладочки в него, и мне нужно сделать еще три для того количества конвертиков, которые я использовала. Но я оставлю там пространство для того, чтобы расширить миник, и его чуть позже еще продолжу. Но принцип оформления страничек останется тот же, поэтому я думаю, что на примере этих шести уже понятно, как он будет выглядеть. Я себе вырезала три прямоугольничка для будущих страничек размером 16 на 12,5 сантиметров. И последовательно начинаю их оформлять. Из обрезочка бумажки сделала такой тег, скруглила у него уголочки. И там, где будет дырочка, приклеиваю небольшую полосочку бумажки. У нее тоже скруглила уголочки, она получилась такая закругленная с одной стороны. Приклеиваю, загибаю, приклеиваю с другой стороны и делаю дырочку при помощи дырокола обычного. Завязываю туда шнурочек, и этот тег, ярлычок будет торчать за пределы, соответственно, странички. И сюда на эту страничку добавляю подложку контрастного цвета бирюзового. Будет такая у меня яркая вставочка в мой мини-альбом. Отрезаю все лишнее и приклеиваю все на двусторонний скотч. Фотографии пока только прикладываю, чтобы было видно, где можно разместить декор. Для декора использую тут звездочку чипбордную, чипборд с надписью и такую закладочку пластиковую, которую закрепила, и закрепляю ее при помощи степлера. И звездочку тоже степлером. Вообще мне очень нравится, как выглядят скрепки, скобки степлера. Очень так живо смотрятся они. На следующей страничке я размещаю карточку. Тут у меня будет размещаться квадратная. Ну, предполагается разместить квадратную фотографию, и карточка сюда влезает. Я ее чуть-чуть выношу за пределы листа, чтобы, опять же, она там торчала. Делаю дополнительную подложечку из обрывка бумаги, которую я уже использовала на предыдущей страничке. Приклеиваю все сразу вместе с карточки и смотрю, чтобы все уместилось. Прикладываю все время фотографию. Плюс высечку. Как-то мне хочется тут цветочки разместить. Вообще мне эти высечки безумно нравятся. Даже в зимней работе, мне кажется, цветочкам может быть место. Тем более тут медведь ищет мед. Так что очень актуальная картинка. Приклеиваю эту высечку таким образом, чтобы она тоже вылезала за края моей странички справа. И добавляю горчичный листочек бумажки, вырезаю у него краешек в виде стрелочки, по форме стрелочки. И эта стрелочка тоже указывает на мед. Лишнее с той стороны обрезаю. И такого же цвета, крафт, горчичного, что-то такое. У меня есть чипбордик, я его сюда размещаю на карточку, тоже уже за пределами моего листа. И вырезаю себе третий лист. Я, оказывается, эту горчичную с совами использовала тот листочек, который я приготовила для оформления. Поэтому у следующего листочка будет фон другой, с медведями. Тут размещу впоследствии в вертикальную уже фотографию. Ну, вы уже заметили, что я тут делаю странички для трех типов фотографий. Вертикальные, горизонтальные, квадратные. И это меня избавит в дальнейшем от каких-то проблем, когда будет сложно разместить фотографии в альбоме, потому что они другой ориентации. Мне кажется, это очень практично было с моей стороны распечатать три разные фотографии. И на этой страничке я размещаю, опять же, подложечку бирюзовую, так, чтобы она выглядывала за края. Там еще придумала разместить чипборд деревянный, скобочку. Я там потом напишу заголовок, поэтому скобочка, она будет так выделять заголовок и обращать на него внимание зрителя. Для украшения тут ажурная снежинка, которая опять же торчит. И золотая ленточка, которую я на степлер прикрепляю, и туда же прищепку. Прищепку можно
просто закрепить или ее приклеить, потому что там она декоративную роль играет. И решила я тут сделать все-таки секретик. Меня спрашивали, будут ли еще секретики какие-то в этом альбоме. Я вот решила на этой страничке сделать секретик. Размещаю конвертик из кальки, из-под него красиво просвечиваются мишки основного листа. И туда внутрь карточку размещаю, тоже делаю из нее тег, ну, по тому же принципу, что на предыдущей страничке. Завязываю шнурочек в дырочку. Тег я сделала из карточки, я ее немножко уменьшила по размеру, чтобы она хорошо входила в конвертик. И там, может быть, журналин какой-то разместится. Вот, сложила все в альбом, чтобы посмотреть, как он все это вместе смотрится. Все отлично сочетается, очень хорошо. И в самом конце уже добавляю на некоторые странички надписи при помощи тех же самых наклеек, которые я использовала на обложке, это вот тот же наборчик, и просто какие-то фразочки пишу, потому что, на мой взгляд, заголовки нужны, они добавляют какого-то смысла, акцента и являются таким необходимым звеном. Спасибо большое, что наблюдали за процессом создания этого мини-альбома. Надеюсь, вам было интересно, вы вдохновились и сделайте что-то свое. Пока-пока!